Мы продолжаем, у нас сегодня много сюрпризов, и сейчас на сцену выйдет самая, я не люблю это слово, но, наверное, самая взрослая участница нашего конкурса, призер прошлогоднего конкурса. Я с огромной радостью предоставляю ей эту сцену вместе с микрофоном. Встречайте! Для вас поет Августина! Пока выходит Августина к нам на сцену, я хотел бы вот еще раз девушку-артистку пригласить, вручить ей от нашего оргкомитета, от нашего сегодня конкурса, вручить ей вот эту бейсболку, потому что мы будем награждать всех участников, всех гостей. Спасибо. Друзья, а вот теперь... Августин, эта сцена ваша. Просим. Мы с гордостью и на пресс-конференции, и во всех информационных средствах прошла информация о том, что наш слет-конкурс не имеет возраста. Он не имеет границы, не имеет возраста, потому что Августина в прошлом году стала победительницей, получила первое место за свою песню. И мы ее пригласили сегодня, чтобы она обязательно вспомнила этот сюжет, этот случай, который в реальности произошел в ее жизни. И она это, эти воспоминания, она их выразила в этом произведении, в этой авторской песне. Баллада о песне. Мягче, теплее, и звонче раздался их смех. Бойцы меня ждут,
Я верю, я знаю. Я вижу по их потеплевшим глазам. Я им от души на баяне играю, а память уносит их к мирным домам. Хочу им напомнить, как пели когда-то, забыть про войну и про горе, и душу суровую, душу солдата, всколыхнуть, как огромное море. Но сейчас, раз я попросила еще одну песню спеть, я хочу сказать, что действительно возрасту не помеха песня, творчество и все остальное. Я вот до сих пор занимаюсь и песни сочиняю, и синтезаторы составляю свои фонограммки. И, в общем, короче говоря, не надо никогда бояться ни возраста, ничего. Вот вы начали с молодости, молодые мальчишки здесь. У вас через всю жизнь эта песня пройдет. И вы будете этим жить, и будете потом вспоминать, и никогда не бросить это дело. Но сейчас я вызываю на сцену свою дочку, потому что сейчас мы споем вдвоем с ней песню мою. Называется она «Родники». Почему мы ее выбрали? Да потому что здесь очень много гостей нашего Каширского края. У нас удивительные места. У нас есть такие места на Оке, где на протяжении 2 километра 33 родника. Родники замечательные, чистые, певучие. И вот песню «Вальс «Родники», которые знают наши каширяне, но не знают наши гости, мы сейчас дуэтом и споем вместе с Татьяной Каминой, с моей дочкой.